женское счастье? В мужском счастье. В любви. В чем еще? В красоте. В красоте. В уме. В любви. Конечно, не в деньгах. Дети, фамилия. Это самое главное. В заботе и поддержке любимого мужчины. Женское счастье во многом зависит от мужчины, с кем она живет. Я считаю, что женское счастье – это в свободе, в том, чтобы иметь возможности обучаться, развиваться и просто жить в свободе. I think women's happiness is to have a lot of gifts. They like a lot of perfumes. They like a lot of makeups. They like dressing well. And if they have all of this, that's going to make them very happy. خوشبختی زن در زندگی خوب. در آرامی زندگی خوب شید زنک خوب میشوه یوش میشوه. زندگیش نغل میشوه. اگر که زنک زندگیش بزی بشه پیر میشوه. По себе говорить, то я счастлива. У меня любимая работа, любимая семья, родители живы, дети есть, мирное небо над головой. Хорошо. То есть для вас женское счастье – это в том, чтобы все было хорошо? Все было хорошо, ну и саморазвитие, самодовлетворение тоже. Шахты зан дар хонаи обод, дар шавари ху, дар фарзандони ботарбия, фарзандони балдо, дар кишвари обод, дар сулху сафо. У ман зан. وقتی که خاندانش تنج است، وطنش تنج است، جای کار خوب دارد، باید تنج است. А мужское счастье? Женское счастье. Мужское счастье, чтобы женщина была счастлива, поверьте. Когда хорошая женщина рядом? Согласен. Как вы думаете? Согласен. Я так и хотел сказать. Не, правда? Правда. В чем мужское счастье для вас? В чем мужское счастье? Да. В любящей женщине рядом, наверное, скажем так. Мужское счастье по-другому. То, что была фамилия, главное. Здоровье у фамилии было и забота, заботиться о фамилии. В красивой женщине своей. Вахти мар, фахадар фарзанда и хэрмикнам. Вахти фарзанда, уши да фарзанда. Да зан мерешкам еще. Счастье такое понятие для всех разное, то есть это зависит от человека, но разделять счастье на мужское и женское это немного странно. Я думаю, то, что и мужчины, и женщины вправе считать счастьем одним тем же. Хушбахти мартам дар якун дар доштани зани солихаю, зани бо фархангу, зани бо тарбияю, зани ки зиндагиро همه طرفه و دست میگیرد و مشکلی مرد را آسان میگرداند. مثل بودن خیل زن در پهلوی مرد این یک خوشبختی است. بودن زنی همه طرفه به معنی و دانای و عاقلای و بودن این خیل زن ها در پهلوی مرد ها این خوشبختی است به فکر من. Man, I think man needs a beautiful woman. He needs a lot of money, and he needs a good wife to make a good family. That's man's happiness. Надо это объединить в один день, чтобы можно было поздравлять всех. Зачем их разделили? Они и так никак не могут друг друга найти. А для вас что счастье? Счастье вот, просто вот, я вас встретил. Оно же не такое, что я что-то получу или что-то там у меня будет. Это просто то, что я есть, то, что вижу людей, то, что солнце светит. То, что город такой красивый, то, что вы такие красивые. Поздравляю вас с женским счастьем.